Креативность начинается с любопытства. Каждый день — это возможность открыть что-то новое. Я всегда стараюсь пробовать новые хобби — рисование, кулинария, даже садоводство. Это не только развлекает, но и помогает взглянуть на мир по-новому. Записываю идеи, которые приходят в голову, даже если они кажутся странными. Иногда самые неожиданные мысли приводят к удивительным результатам. И не бойтесь смотреть на вещи под другим углом. Переверните привычные концепции, задавайте вопросы, на которые никто не отвечает. Это и есть путь к настоящей креативности. Каждый из нас способен на большее, стоит только начать.